Допустим, что ты можешь отправиться в любое место, которое можешь представить. Можешь рассказать, как этот мир выглядит? О. Это бы было очень древнее место, и там все еще жили бы мамонты. Там живут водяные, они живут на дне моря. Космические ракеты. Самая большая космическая ракета в мире. А там большая пехотинка. Там должен быть секретный мир, где люди живут под землей. Там бы я могла потолкать шверты. И супергероя. Худа! Тё! Дракона. Волшебники. Бабайки. Космический котик. Озера. Шоколадные озера. Шоколад. Шоколад. А еще там есть такие подземные киты, как в мультиках. Как думаешь, бывают такие места? На Земле нет. Это бы было очень древнее место, и там все еще жили бы мамонты. Там живут водяные, они живут на дне моря. Самая большая космическая ракета в мире. А там большая пехотинка. Там должен быть секретный мир, где люди живут под землей. Там бы я могла потолкать шверты. И супергероя. Дракона. Волшебники. Бабайки. Космический котик. Озера. Шоколадные озера. Шоколад. Шоколад. А еще там есть такие подземные киты, как в мультиках. Как думаешь, бывают такие места? На Земле нет.